На поселке Котовского горел частный дом. Огонь вспыхнул в половине 10 утра на улице Южная дорога. Помимо одноэтажного дома, пламя охватило соседнюю пристройку. Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали огонь, а спустя еще 10 минут им удалось справиться с воспламенением. Общая площадь распространения пожара 80 квадратных метров. На месте работали 3 единицы техники и 12 спасателей. Причину устанавливается, обошлось без пострадавших.